Azərbaycan və Rusiya arasında qarşılıqlı ticarətin həcmi pandemiyadan əvvəlki səviyyəyə çatır və əminəm ki, bu dinamizm qorunub saxlanacaq. Bunu Prezident İlham Əliyev Rusiya hökumətinin sədri Mixail Mişustinlə geniş tərkibdə görüşü zamanı deyib. Dövlət başçısı yükdaşımaların həcmində də yaxşı dinamikanın müşahidə edildiyini dedik. Уважаемый Михаил Владимирович, уважаемые гости, очень рад вас приветствовать. Что касается транзитных грузов, тут, я думаю, мы выходим на рекордные показатели. Где-то порядка 50-60%, но и с большой перспективой роста. Конечно же, в плане транзитно-логистической инфраструктуры мы будем наращивать потенциал взаимного сотрудничества, в первую очередь на двусторонней основе, и с привлечением, конечно, соседних стран, поскольку тут Россия, Азербайджан на протяжении многих лет активно инвестировала транспортно-логистическую инфраструктуру в наших странах. И, конечно, укрепление потенциала транспортных коридоров, в первую очередь север-юг, будет в интересах всех стран, которые задействованы в этом проекте и откроют дополнительные перспективы, в том числе и для бизнеса. Я смотрел некоторые статистические данные накануне вашего визита, был обрадован тем, что количество авиарейсов стремительно растет. У нас более 130 рейсов в неделю, то есть мы практически вышли на самый высокий показатель. И турпоток из России тоже растет. В этом году это порядка 80% роста. Конечно, было падение в связи с пандемией. Мы еще не дошли до пандемийного уровня, но думаю, что дойдем. С учетом тесных дружеских отношений между нашими странами, с учетом того, что в этом году была подписана декларация о союзническом взаимодействии, и мы в течение года неоднократно демонстрировали союзнический характер наших отношений. С учетом того, что мы рассчитываем значительно расширить повестку дня торгово-экономического сотрудничества, думаю, что и количество рейсов будет расти. Знаю, что вчера успешно прошел межрегиональный форум, и это тоже важный элемент нашего двустороннего взаимодействия. Мы с порядка 80 субъектами Российской Федерации поддерживаем тесные связи. И, конечно же, в рамках этого мероприятия и в предыдущие годы, и вчера, уверен, что определены новые задачи. Так что повестка дня достаточно обширная. По 7 дорожным картам мы активно работаем. И уверен, что вот с этими хорошими итогами, подходя к концу года, зададим такой тоже динамизм на следующий год. Транспортная сфера очень важная. Особенно убеждены, что совместные инфраструктурные и логистические проекты станут новым драйвером для наращивания всего комплекса сотрудничества. Здесь бы хотел отметить отдельный маршрут западный международный транспортный коридор север-юг. Мы рассчитываем к 2030 году увеличить его, соответственно, объемы перевозок до 15 миллионов тонн в год. Также традиционно особое значение мы придаем культурно-гуманитарным связям. Отмечаем, как вы сказали, в этом году 30-летие установления дипломатических отношений. Была проведена целая серия торжественных мероприятий, которые приурочены к этому важному событию. А в следующем году мы отметим столетие со дня рождения выдающегося советского и азербайджанского государственного деятеля, вашего отца Гейдара Алиевича Алиева. В Баку мы вчера отметили, успешно работают филиалы наших институтов, университета Московского, Первого Московского государственного медицинского университета имени Сеченова. В России также обучается более 11 тысяч студентов из Азербайджана. Prezident İlham Əliyevin Rusiya hökumətinin sədri Mixail Mişustinlə çay masası əsnasında təkbətək görüşü də olub.